Так, ну я как бы создал. Теперь готово. Ты поджигателем тоже? Да. А ты поджигатель? А я думал, ты это подрывник. Не, я говорю, мне поджигатель нравится. А как оружие выбрать есть какой-нибудь? Поначалу у тебя только нож и пистолет. Есть аптека какая-то. А прицеливаться как? У меня нету этого самого перекрестия. Или его тут нету? Меньше, потому что я ни черта не слышу. Да я тоже не слышу. Бля, что они захуярят нас. Нихуя не слышу. Ебать, она орёт. В общем, чё я предлагаю? Это, Дима, а где перекрестие? У меня перекрестия не было. А его и не будет. Ебать. И как стрелять? Хардкорная, правая кнопка мыши, для этого и нужна тут. А, прицел. Типа целиваться. А чё, ты вышел? Из сервака, да. Ну, в общем, ты примерно понял основы. Давай теперь на нормальный сервак, где есть люди. Какой нормальный? Давай попробуем. Нас хотя бы прикрывать будут. Понял, это основа. Я зашел, два раза выстрелил, меня ебнули. Да пофиг, да, давай сейчас попробуем. Давай, коннекси. Давай. Приглашал, наносит урон в ближнем бою. Командос, он должен отстреливать сталкеров из автоматов и просто наносить ущерб из автоматов. Снайпер по башкам стреляет. Из пистолета, ружья, не автоматического. Ну, нажимай, готов. Готов. А что у тебя уровень командос? А, ну, не прокачан. Ну, жми, готов. Ага, получается вот так вот только. К персонажу, кстати, тоже можно менять своего. Видишь, я в тем играю. Ну да. Сзади тебя. Ты кто такой? А патроны ограничены? Да. А где пополнять? А, валяются либо по карте, либо после каждой волны эти будут. Торгаши. Не держит. Иногда они, кстати, не помирают, не всегда, точнее, помирают, когда им башку отстреливаешь. Они еще некоторое время живут. Сзади, Дима. Ну классно, ты предупреждаешь. Пизда! Дима отъехал! Я отъехал! Поэтому я говорю, что надо сразу на сервак, где есть люди. Ну ладно, я хоть понял, как стрелять. Давай, ладно, на сервак. Навык, выбирай себе персонаж. Там вот, там где навыки есть, там выбор персонажа. Ну, подрывник останется, пускай. Ну, я поджигателем буду. Это красиво. Главное, что те, кто сыграет, они вышли. Хотя, судя по убийствам, выйдет. 40. Так, сейчас, короче, когда появится, переключайся на нож и иди сразу в сторону стрелки, куда показывают. Она показывает там, где торгаш находится. А, так, ты подрывником, да? Да. В первую очередь закупись гранатами, чтобы качаться. Потому что нам более-менее, ну, на подходящих ключах не хватит денег поначалу. Ни тебе, ни мне. Там надо убивать сначала. Вон, могут после этого деньги появиться. Давай, кин какой-то. 15-15. Какой-то играет давай, кин. Давай, кин 15-15. А, кстати, видишь, вот эти зеленые мигают, валяются? Это патроны. А, пистолеты можно два штуки таскать. Не будь они прям рисуются прям около него. Ну да, тут такая игрушка надовая. Особенно весело играть на сложном. На хардкоре. Точнее как весело, это вообще невозможно. Полнатая жена. Давай, побежал за мной. Бегу за тобой.
А я бегу по стрелке. Нет, видишь, стрелки, тут стрелок нету. Какая-то красная хрень. Ну и стрелка в левый верхний угол. Ага. Так, я смогу хоть что-нибудь купить? Не, по своей части я ничего купить. А как покупать? А, на Е? На Е. Ну, вот дальше ничего не покупаю. Гранаты. Мне надо хотя бумагу взять. Да вот. Ой-ой, кто-то пиздит. Тэнки. Hey guys, just kick tanker. Какой-то уёба, блять, пришел. А как гранату достать, я не помню. А, вот, нашел на Е, на F. На G, точнее. На F у тебя, ну, да. Не, 5. О, класс, зато я броник нашел. Какой-то уёбан пришел и уебашил. А ты, может, по своим ебашишь, что ли? Да, Фрэнди Файр тут есть. И беги за мной, тут броник есть. Его. Чё, давай-ка вот тут стоим и кроем друг другу спину. Да ладно, вот это мы классно выглядим. Ох ты, ох ты, какой-то хуило риснулся тут такой дерзкий. А чё за слоу-мод тут? Это когда в пол попадаешь, ну, короче, красивое убийство. Ёпт. Тут, короче, Денкер пришел. Я бы свалил. Опять? Теперь он с дробовиком. О, у меня два пистолета, это хорошо. Я смотрю, он там опять душует у вас. Ай-яй-яй, блять, меня режет. Точнее, это самое, меня тут зажали. Я ножом вот отбиваюсь. Бойся. Бля, что происходит? Я отъехал. Да господи. Тенкер, ты мудак. Какой-то уебан, блин, пришел. Скотобаза. Ой, зажрите его, пидора. А его нельзя кикнуть? Можно, только я не знаю как. Лени нарезал. 700 бабло. А когда я появлюсь, если я сдох? Когда волна пройдет. А-а-а. О, заебашил ты его. Да теперь меня заебашил. Да, тех. Не, у тебя нормально. Че? Ебать, тут вообще а ты один, что ли, остался? У меня патроны кончились. А мы с тобой вдвоем играем, и этот Денкер, прикинь. Как он пишет? Как пишет? Вот это важнее. А, он свалился. Так. Ладно, сейчас карта перезагрузится. Я так понимаю, тут сервак для новичков. Сначала табличка появилась. Ты, да, наверное, там сразу закрыл ее. Да, я ее закрыл. А там надо было выбрать карту и. Короче. Нас высадили. Давай пробежимся пока что. Надо где-то около стены стоять. Спиной к стене. Не поможет. Опа, сзади уже идут. Ну и отлично, не только сзади. Давай, я справа, короче, бегу пока что. Сзади, смотри, а я тут в домик зайду, может, пистолет для второй валяется. Тут, кстати, можно двери заваливать. Да.
Ну, то есть мы можем забаррикадироваться тут внутри здания и завалить двери. Но для того, чтобы их всех держать, надо, скажем так, ни одного и ни двух людей. Зайди, кстати, в здание, патроны есть. А какое? Церковь. Ну да, ты к нему спиной сейчас был. Давай, ты. Я понял. Патрон. Там патроны валяются. О, тут пистолет есть. Бери. А как их два поставить? А у тебя и так должно быть два, если это два одинаковых. А, нет, это разные, это с так, подсветкой. Это не. Если ты был какой-нибудь, да? Ездят? Я хуй знаю, как называется. Но там название будет пистолет. Без понятия, бро. Ну, короче, ненужное оружие, в принципе, можешь потом скидывать торговцу. Все нужно. Нет ненужного. Есть ненужное, учитывая, что тут ограниченное количество ячеек. Так, а мы сейчас посмотрим. Desert Eagle. Он покруче будет. Ой, я его продал. Блять. Но я предпочитаю обычных 2.9 мм покупать. Купить. О, отлично. Полный боекомплект. Все. Во. Теперь я буду рулить. А что там купил? Ракетницы. Можно еще купить стволы. Малыш, а где бабки показаны? А, вон 800 баксов. У меня 0. Или это у меня 800 баксов, или это стоит 800? У тебя 890 денег. Да? И к нам тут пришел какой-то Дезден. Опять этот, что ли, уёба? Нет, это другой, похоже. Это другой уёба? Да, но он... Взрывчатку могу купить. Нет, всё нормально. Он меня не убил, слава богу. Золотой гранатомёт. DLC. Нахуй вы показываете мне эти ёбаные DLC, если у меня тебя уже зарезали. Как мне зарезали? Я вот появился где-то. Ничего не понимаю. Да тут опять эти пришли. Я где-то появился опять около этого здания. Не успел ничего не купить. Да, со стороны эти. Долбоящеры. Если тут каждый раз так будет заходить. Давай другой ноутбук найдем. И? Чё? Или давай другой ноутбук найдем. Ну что? Давай ищи, я тебя жду. Потому что тут... Если уже второй раз так приходит. Да, мне кажется, они и будут приходить и на тот. Это долбоёбу хватает, ёбаные школьники понабегут. Ну, цепляйся ко мне. Сейчас, выхожу. Ха-ха, реконструкция, кстати, с первого резидента. Он уничтожает что-то там. Так, готов. Что тут у них происходит? Ой, я вижу по патроны под лестницей, кстати. Я не, тоже. Недалеко от меня. Я понять не могу, что у них происходит. Ой, ёб твою мать. Там какая-то шмальба. Со всей хуйни, я тоже не понимаю, что здесь. Какой-то ад происходит. Чувак с НЛОм над головой летает. Ну, самое НЛО будет. Это, собственно, я завис. Как? Крис! Тут еще и Крис есть! Вескер! Ебануться! Прикольно! Джилл, или ебать, они все тут... Что происходит? Я вот с той комнаты не пойму. Опа, по-моему, бабенцу какую-то убили из резидента. Не, вот чё тут горит? Я не знаю. Взрывается, горит. Дырки какие-то. И чё они тут лазят все? Типа задание, что ли, выполнить надо? Хуй знает. Сбились все в угол. Ебать, у них бабла. А ты косаря бабла. Ой, или идет какой-то хуило.
Жесткий какой-то монстрила, клоун. Это походу немножко переделано. Ну тут же еще моды есть. Взорвался толстяк. Ну видишь, кстати, у этого горит. Да. Из дробаша стреляет. Ну. Это спецоружие. Поджигать. Жесть. Ебать, там в комнатухе, пацанов. А, вон они, типа двери открываются со временем. Ебать, тут пиздец вообще какой-то. Чисто пиздец какой-то творится. Да, некоторые монстры из этого, как его? Из Silent Hill'а. Нет, из Silent Hill'а он там с мечами какой-то валяется. Нет, это не в Silent Hill, такого не было. Был, по-моему, нет? Мечами. Или откуда? В спине мечи такие. Не, больше напоминает, что тут этот. Они с Резидента взяли. Ну, с Резидента это да, это вот первая часть Резидента, это тот первый дом, в котором бегали. Это с самого первого Резидента дом, вот я помню эту лестницу. Там, по-моему, на балкон можно выйти. А там не было таких монстров? Нет, не было никакого. Клоунов вообще не было. И вот этих с мечами не было монстров. Монстры, походу, делают какие-то такие. Какие-то роботы, лянь, цени, видишь? Да. Слезцы. Роботы, по-моему, из Silent Hill из третьего. Ой, роботы. Вот эти клоуны из Silent Hill из третьего, нет? Ну я особо не играл, я видел там, блять, это было клоунский этот, как его. Ха! Мужик с бородой в одежде тёлки. Мы зомби этот. Пиздец. Сталкер. Ну, невидимый становится. Я пытаюсь тебя лечить, а ты крутишься. Кстати, если автоматика тебе привычнее, то бери его, это Командос. Командос. Вот мне патрошки. Может, правда, как команду взять, выбор навыка. Командос. Ну, командос это с этими. Вот он, этот самый, помню. О, я появился. О, тут огнеметик есть. Огнемет. А как поменять ствол? Я его хочу ту снайпу. Или я не могу снайпу взять? Ой, Мак 2 дали, отлично. Дима, а как ствол поменять? Можно поменять? А, вверх, вниз. Не, я имею в виду вот выбрать. Вот тут лежат автоматы, я дробаш взял. Так, надо выкидывать оружие как-то. Как выкидывать-то? А, я же говорю, настрой себе управление. Интерфейс. Бросить оружие. Бросить оружие, как это... Я на себя поставил. Как это вот такая вот хуй... Хуйти... А, во. Вот, ну, отлично. Калашу есть. Выкинуть. Во. Не, это тоже хуйня. Во. Вот я взял то, что хотел. Во, вообще. Зашибись. У меня круче. Йо-йо-йо. А, нет, это не мое. На-на-на-на-на, бля, сосите. Во. Писюн. Да ну дайте вы мне пройти. Всем, блядь, гореть. Дима огнемет взял. Опасный, опасный чувак. О, в окошке лезут. Дима сзади в окна. Да я патроны взял. Чё? На-на-на! Ноти-ноти, скотабаза! Кстати, аккуратно. Если под огонь попадешь, то как бы тоже гореть будет. Ну, понятно. Я поэтому сзади пока держусь. Ибо чувак с косой. Опасный хуй. В окошке лезут. Сзади. Толстяк ты. Точнее, клоун. Ну, ты правильно говоришь, толстяк. То, что он клоуном нарисован, тут это еще ничего не значит. Какая-то хуйта прыгает. Это пауки называются.
Ослик-суслик-паукан. Да. По сути, да. О, он где-то этого в Одессе. Прикольно, я такой прыгнул, толстяк прыгает. Я ему голову в прыжке отстрелил. И ему норм. Кстати, а слоу-мод вообще прикольная тема на самом деле. Пока кто-то слоу-мод выполнил, ты такой хуяк прицеливайся. И можно красивое убийство сделать, чтобы пробить слоу-мод. Знать бы, как это как красиво сделать. Так, патроны тут свежие не остались. Меч, нож! Заряживайся! Давай наверх. А нам на выходе? Сейчас оружие лишь не выкинул. О, Либерт Веске! Лезу. Хопа, хопа, паучка, нах, 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 съе нихт, нихт. Дима поджог. А, у меня там сколько-то процентный резист, как мне. У тебя. Куда залез? Куда? Обошел. По-моему, лечиться. А зачем? Мне на воде нормально. Но она бесконечная вещь. О, где-то дверь открылась. Вон они, вон они внизу. А теперь смотри, у меня еще одно есть оружие специально. Я ебать, тут какой-то пацан детский. Ох, отбивальщик. Я ему в голову насувал. А что я его взял тогда? Я ебать, там чуть-чуть такой лежит. Броники. Броники. Дайте броник. Йо, 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 йо! Ай, такой чувак прилетает. И чувак парит. Какая узишка полетела. О, пацану норм. Хорош, чтоб не вставал. Катана, зачем катана? Что делать дальше? У него дверь открывается, я тут глянул. Ну, площадь нашли. Какую-то. Судя по звукам, оттуда должны лезть. Ой, он лезет. Да блин, опять эту тесак сделать. Опять там поджог Дима. Я за катаной бегать, блядь. А мне тут соумоуш. А, я его лететь не могу. Я им в голову стреляю. Ай-яй! Ебать, она такая горящая прыгнула. Ёбаный стэп. Всё? Нет, это толпы прикольно. Вон еще один. Даже не один. О, лезь, невидимка. Вот он, вот он, вот он, вот он, вот она. О, с улицы он крут. Вижу, вижу, вижу. Я по ними поджег сразу. Жги толстый коп. Тут хоть не бегают, здесь шоколад-то не убивает просто так. Тут, блин, побежал и убил. О, бля, ёб твою мать, что происходит? Слоумо! На-на-на-на-на! Вы открыли первый уровень навыка снайпер. Ебать. Ты из пистолета что-то расстреливал. Да. Чик, перезаряжает. С двумя гейсерками, что ли? Да. Наркоман. Неудобно же. Ой-ой-ой-ой. Блин, откуда? А, вон он, слева. А где пацаны-то? Они вон сзади. Этот дождует. Не успел опорать.
Ух ты, какая отбивалочка. Я не могу его взять. Хотя маг сейчас выкину. Нужен автоматик? Че это такое? Автоматик нужен? Не, у меня норм. Кстати, помню этот бассейн. Тут этот сидел червь. Отбивал. Ну бери. О, пришли. Вот кто сказал холм? Помню, в первом резиденте вот тут сидел этот самый червь. Ух, ебать, Дима, тут какой-то пиздец. Уеба. Режет бензопилой. Тихо, ты не заряжаешь. Я пытаюсь его убить. Ай, Дима, спаси! Так, на ку ты хочешь лечиться? На ку, быстро лечение. 60 хп оставил, падла. Ну я помогал там все. Ну нормально, он сгорел. А где пацаны-то? Они опять съебались куда-то. А, го, он написано, туда надо идти. О, вон он, чувак, тут с этим. А, с не, ничем. Там может автоматик, нормально, от него горят. Ой, меня закрыли в этой комнате. А, я туда зайти не могу. Я тоже, а я выйти не могу. У вас там двое, я смотрю. Нет, я... А, вот они, это самое. Прикольно. Пацаны тут в этом самом сидят. Я тебе вот. Вообще не зайду. Почему? Потому что там дверь закрылась. Пиздец какой-то. Ад. Ну откройте. Откройте. Пацаны дальше побежали. Я за ними. Дима, мы тебя кинули. Я бы еще делать. Не знаю. Тут даже монстров теперь нет. Они все тут. А может на какую-то кнопку там же дверь открывать можно, не? На Е, но она не открывается. Что, там кто-то умер? Нет, никто. Нет. А, да. Гиф. Как он умер? Блин, ну... Я вижу, что через дверь он бензопиластый. А, он вообще ушел с сервака. Походу. Мне нравится. Опа. Так я не знаю, что теперь делать. Это шлюху завалил. Ебать, он блюется. Клоун-то этот. Ну, в чате буду срать, что у меня еще остается. О, какой-то лифт открылся или дверь. Это у вас открылось, а у меня нет. А, дверь открылась. Куда-то. Написано, в лифт надо зайти. Вескер говорит, надо зайти в лифт. Заходите, мать вашу. Десять секунд. Все. Все, кто не успел, то опоздал. Мы вдвоем с пацаном в лифте поехали. Ой, ебать, ебану. Там же стрелочки нарисованы даже. Да. Я, оказывается, в теме. О, патрошки, заебись. О, еще громозека какой-то, блять, на тебе. Готов, мать твою. Отъехал, скот. Не вставай, лежи.
Походу дела, Дима, ты не один такой остался. Там еще куча пацанов осталось, которые в лифт не заехали. Крис. Ебать. Че делать-то? Ничего не открывается, ничего делать нельзя. О, идут. О, я вас слышу вроде. Ну мы где-то на твоем этаже, может даже над тобой. Мы вдвоем с пацаном вообще, прикинь. Это только мы вдвоем в лифт в этот зашли. Остальные где-то бегали, я хоть знаю. Нерд застыть, как я. Не, ну так один чувак точно бегал около нас, около лифта. Он не заходил в лифт заходить. А там стрелочка была даже нарисована, типа в лифт заходить. Ну как оказалось, только мы до два умных человека зашли в лифт. Да, вот где-то надо мной ходите. Блять, я слышу взрывы. Не выстрелы. Не заезжай быстрее! Кстати, я аж на третьем месте. Да, ну ты поджигал там толстовку. Я ничего не могу сделать. Ебать, тут два этих самых громилы прибежали каких-то. Сейчас мы пизда, наверное, отхватим. Может это сметь оружие пиздатое. Бля, мы с пацаном выжили. Крутя. И вас там пойдет-то, да? Да. Ты такая волна сейчас побежала, пиздец просто. Помимо меня, значит, еще где-то двое лазит. Да. А вон НЛО как-то летает. Ну это, я так понимаю. Чуваки зашли. Рианс. Да я перезаряжусь пока что ли. Идет. Нахуй. Я тут двери позаварил, мне хоть абсолютно с того нет. Ну так патрон не хватит, нихуя. Там у них много. Слишком, все обоймы. Слишком какие-то волны дерзкие. Че делать-то, блядь? Не дальше в лифт. Самое главное, я все равно на четвертом месте. Я на третьем до сих пор. Тоже что ли подрывника брать? Ты с Зевсом. Я об этом такие толпы идут. Походу надо туда идти. Ебать, вас тут пацаны, ёпту иметь! Бородатый мужик в одежде тёлки. Чего тут только нету? Какой-то ад вообще около лифта. Мужик с бензопилами опять этот уёбок. 53% надо валить отсюда. Хилиться. Пацан тут режет просто их и режет. В смысле, в ближнем бою ходит? Да, он с катаной хуярит. Потому что там вообще нереал было отбиться. У нас нету... А у я оружие, блять. Вон, ты меня обогнал. По телам. Сразу на лицо. Хилюсь нахуй. Еще не могу похилиться, все.
там некоторое время требуется. Да-да-да. Пиздец какой-то! И как мы эти вдвоем-то? Чуваки уже посливали, походу. Или не, или ждут. А, мы типа кнопку нажали, тебе нужно сюда. Вот дверь открылась. Так, я там за этими самыми, за шкафами вижу патроны. Как туда попасть-то? Ты просто слышишь. Нажмите Е. По всей видимости, мы что-то дальше прошли. Ты видишь вот эту заставку? Да. Там кто-то есть. К вертолету. Крис, это Крис там держит оборону, походу. Нет? Я так, тоже к вертолету. УЗИшки. О. Гранаты. Появился? О, Дима теперь с нами, Атас. У меня патроны теперь нужны. А как... А, о. А как катану взять вместо этого? Вместо оружия. Ну, точнее, смотри по оружию своему. Так, вот это выкинуть меч. Я не получаю взять его. Господи, не то. А, у вас уже есть это. Кто мой огнемет поднял? Вы не можете нести это оружие. А, я не могу вообще его взять, или что? Ну, понятно. Вот надо... Так, вот господи, этот... три разных пистолета, нафига? Мне нужен 9-миллиметровый. Нахуй, вот этот пистолет выкину. Сел, не могу нести оружие, что за хуйня? Бля, пистолет назад. Вместо ножа? Вместо чего у тебя катана, Дима? На не вместо чего, а просто места хватило. Вот это, вот это, наверное, надо скин тогда. Тебе надо место освободить. А, вот он мой огнемет. О, все. Так, я, господи. Я катану взял. Ах, раз. Не, чувак, с катаной, кстати, зарулил. Я тебе скажу. Вот, теперь надо. Бля, пистолет не могу выкинуть. Патроны! На тебе! Гори! О, патроны, нихуя себе! Так, не отстаем, пацаны. Так, вы куда побежали? Не знаю. Сейчас пиздать. О, тут есть меч просто, есть коса. Вот это может он взять. Кстати, может реально катан нахуй выкинуть. По древнику классная штука. Дайте возьму косу. Бля, я не могу взять это оружие. Я пытаюсь иметь. Ладно. Пацаны тут зажигают. Нахуй. Я сказал нахуй. Толстяк, нахуй. Ой-ой-ой, он блеванул, скот. Ноте, пацаны, по головам. Дай мне свою огненную фигню, дядь. Уйди. Что я могу нести, уйди. Чувак с косой. Нет, это ванчер. Блять, тут пистолеты вот эти, надо их нахуй повыкидать. Они нужны мне. Там, кстати, пушка классная, ведь автоматическая лежала, тебе она нужна. Да? А, вот в той комнате, за деревом. А ну отойди. Так, это, вот это. А это не то, что было у меня. Во, ракетница. А я не могу взять ее, надо от катана выкинуть. Тебе на что-нибудь, ну да, выкидывай лишнее и бери. Ёпта мать, пистолеты подобрались. Нахуй. Бля, а пистолет стандартный нельзя выкинуть, прикинь? Стандартный нет, поэтому я предпочитаю два стандартных носить. Во, я вот этот пистолет люблю. Посмотри на меня. А где ты? Вот этот пистолет классный. Потому что он делает вот так. У меня есть толк какой-то. Тоже неплохой. Нет, ты не понял, это ракетница. Ага. Она ракеты фигни стреляет. Так, в лифт. Нарисовано. Заходим в лифт, а то опять сейчас соснете хуй. Заходи, Дима. Это хоть лифт? Да. Это лифт, сейчас на третий этаж поедем. 10 секунд. Чувак один отстал. Причем тот, с которым вы тогда рулили.
Вескер говорит, нужно... А, вниз? Я думал, это этаж. Надо мне все маку оставить. Все, приехали. Че, они пиздят, он, видишь, Вескер сжил. Все, я этому напишу. Ебать, там уже ходят дяди опасные. А, они сверху лезут. Ёптую медь. Какие же они страшные, ёптую. Смотри на эту розу. Зачем мне на нее смотреть, я ее буду сжечь. Ну, может, ты хочешь поцеловать ее. В засос. Кстати, может, блин, патроны... Да горят, о, а мы вниз спускаемся, в подвал, походу. Режь их мечом, не трать патроны. Я так думаю, много их тут не будет. Мы медленно, но верно спускаемся вниз. О, чувак меня похитил. Ебать, такая по стене сползает. Ржак. Тут тратить на них патроны. У меня ракетник не бесконечный, знаете ли. О, он сейчас полез, полез. Я основной пистолет выкинул. Бля, она пролезть не может, прикинь. Я вижу ее из-под нее. Мясо, ебать, так и летит. На тебе в полете. Ля, сверху падают. Ёптую медь, пацаны. Пацаны, они падают как говно с неба. Команда гори. Так, мы почти приехали. Обоймы, по 6 патронов. У меня 4 обоймы на пистолет осталось, 19 на этот ствол. О, броники. Сосисочки. О, за дверью куча народу. О. Открываем? Пацан сейчас откроет. Понеслась, да. Их там 4. Одного вальнули просто. Блин, горящий такой бегает тысячи. Блять, не зайти. Сука, блять, как они бегают. Ебаные инвалиды. Дайте мне кита катану 2 раза. Все, на этом, в принципе, игра закончилась. Кто мне ударил? За что? А, ребят. А нам не туда. А нам не туда, реально. Пошли. Догадаются остальные-то. О, патрошки берем. Пульки берем, популяемся. О, кто-то там уже кричит. Ебать тут. Что тут было, пацаны? Я не знаю, что тут было, но мне сейчас нету крики. Зачем столько крови? Град пуль и море крови. На-на-на-на-на. Выжигай нечисть огнем, православный. Чувак с косой вообще пиздит. Я говорю, твоя смерть. О, Леня, чувака распяли, вообще жесть. Ну, а там сзади, кстати, помочь надо. Не вставай. Все. Он понял. Все, вон он еще идет. Толстяк. Что дальше, что ли? О, ну, походу отбиваться надо. И чувак стоит, и его сзади хуярит. А, он при мне подсказал. Так, все сгорели. Сейчас по лестнице будет подниматься. Откуда? Да вон снизу идет. Блять, обезьяна это самое.
Вон это кричит хуета. Еще с бензопилой прошел, прошел. По лестнице пойдет горит. Сейчас. Да, только что он райт. Где он кричит там внизу где-то под нами. Так господи, заколебал я сам себе палить. Где, бать? Все. Не, вон. Теперь все. Все, а, он еще с бензопилой. А, дай, дай, уйди. Красиво взрывается. Хоп, 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 хоп. Блять, еще есть. Короче, дэш, сами побивай. Ночи, 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 ночи. Это не та кнопка. О, ждем, ждем, сейчас попиздят. Так, я пока стал пиздишь, он идет. Пизда. Да бейте ее уже. Сейчас тут Вескер сжил попиздит. Ну я пока смотрю, чтобы... О, открылось, пошли. Так, меняю сразу на ракетницу. Так, патроны. Опа, не успел. Да не, нормально, он просто собрал. Бля, мне понравилось это по заданию. Чё, какой-то вообще собрался лезть. Я никуда не собрался лезть. Нет, да, не, да не ты, стреляет. Вот он, чувак тут. Бегает где-то. Тут как бы нас ещё сзади сгибочек. Ну, сзади. А, тут свал, иди, Димас. Да погоди, тут у нас маленький ФСД. У нас тоже. Да господи, с двух сторон что ли? Я вот с катаны хуяря, пацан, напряженное мясо. А, меня на заблевали. Тебе. Почему он такой хилый, не может два ствола тащить нормально? Пистолет что ли скинуть? Ну там, я вижу, 15 этих ячеек есть. Я думаю, пистолет вот скинуть тогда. И взять вот эту, например. А, я не могу взять это оружие. Где там стволы, кстати? Да вот они. Мы тут, блять, ёптую мать, пришел какой-то. Мы вот, вот они, мы тут. Я нам остались, я смотрю, дальше не пройти, не проехать. Я так понимаю, блядь. Мы опять прилетели, да? Чё, нет, вот он. Где ты? А где ты вообще лазишь? Иди к пианино. А, блядь, с другой стороны. Мы вот они, блядь, за, сюда вот вниз так-то. И оп-оп-оп, туда. Ну, дай ну, отойди, отойди, назад. Все, залазь. Давай, иди, я... Ой, ёп. Не, я этого не полезу. Лошара. Я что-то перекатилась. Дайте, отселяюсь сначала. Мне вот еще интересно, что там за пушечка такая. Да тебе кельми что ли пока. Смотри, как надо лезть вот так-то. Опа! Пошел! А то будете сиськи мять-то там. Z-Gun MK, я не могу с ним стрелять, у меня патронов нет. Ну и ладно. А это тихо, тихо, сейчас опять без меня свалите, пока я теряюсь. Дима, лошадь. Гори! Чувак сдох какой-то. Его свои что ли убили? Да нет вроде. Хотя я мог. У меня ж не особо. Ой. Ух ты, а это что за пушка? Не знаю. Не, она не лезет. А я так, а нам, нам сюда надо. Ух было, кстати. Ебать. Ты только. Что такое? Это походу что-то вроде БФГшки. А, давайте сюда. Давай, давай, давай. Ребят, там их много, судя по радару. А где ты видишь радар? У меня, на пушке. Да? Ебать. Ой, меня портануло опять назад. Она мне, кстати, все место занимает. Все 15 да? слотов. Дверка открылась, не, никого нету. Ебать, тут стволов, ёб твою мать, вот это я меняю. Нахуй выкидываю свой. Дать мне вот этот ствол. Блять, ебать, он тоже. Чуть-чуть выкинуть-то.
Блин, я даже не хочу менять свой этот. Так, это тоже выкину. Арбалет классненький, пулеметик. Не ствол вот этот. Вот она! Ой, это какая-то хуета, не, нахуй. Ой, что там такое? Нахуй. Да господи, я всегда собираю всякую говно. О, ну-ка. Ништяк. Во. Есть такой дел. Взрывчатки есть. Шаромёт. Все, я класс собрался сейчас. Да? Просто идеально. Я достал, выкидываю лишний. Так, два пистолета я выкину. Класс, смотри. Сейчас, погоди. И чё? И вот. Ой, это что за стволы? Вы не можете нести это аж, да блять. Надо выкидывать все и тогда... Да я уже понял. Снайпу, не, нахрен снайпа тут. Так, дайте-ка я спрячу, чтобы к нам это смог присоединиться. О! Я! Ёптать, у меня 26 хп осталось. Прикройте меня, я тут этого сейчас добавлю. Ой, меня... Ебать! Меня сожгли. То есть я сейчас не смогу добавить ей... Да. Это как добавить? Добавить еще с этим звонком. Пока Дима тебя прикрывал. Блин, что ствол, он тот галимый какой-то попался. Вот этот гранатометчик нормальный был. А вот это какая-то шняга. Тебе один гранатометов, там были пушки классные. Не, там гранатомет такой нормальный был. Может, кстати, я сам себя гранатометом заебасывал. Мог. Неужели я еще жив? Да, прикинь. Я просто выпустил. Ну тебе сейчас жгут, все, пизда, тебя зарезал обезьяна. Ой, они сейчас отъедут все. Один чувак остался над ним, два НЛО. Присоединился. Чё? Ну, бери труп. По-моему, чувак не выживет. У меня 6,5 косарей. Блин, ты его приглашаешь, он мне еще и трубку сберет. Это позорище. Скайп звонил, я все правильно. Ну, может, ему и нету? Скайпа там нету, еще что-нибудь, микрофона. Да не, он в сети. Не, я имею в виду, может, он не будет общаться-то. Не, он все, мы договорились, что я добавлю в конфу, и мы будем играть так, втроем. Ты же не против, что мы с Азарычем так? Нет, конечно. Перед этим конфу тоже что-то не будет сбрасывать с него.